Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, взгляд в будущее. Давай-ка попробуем, наверное, пробежаться. Когда бессмертие укрепляет своих бойцов, стоит насторожиться, ведь в ее армии есть синхронистка, которая умеет копировать карты. Так, синхронистка, которая умеет копировать карты. Самое бесявое, что этот синхронист может встать, ну, на воду. Поэтому надо быть предельно аккуратным. Ну, давай, допустим, возьмем вот так. Ладно. Ладно, ладно. В общем, бессмертие. Нельзя нам давать ей тут раздухариться, скажем так. Смотри, что делать, а. Летучую мышь ставит. Ё-моё. Наверное, поспешил. Ладно, сейчас карту она еще себе вытянет. Бессмертие. Вот что я могу сказать тебе точно. А я останусь в дурачках, потому что мне нечего поставить. Вот нафига мне спрашиваются два поля вот эти вот, м? Ну нафига? Ну куда ты это будешь ставить? Сюда же, да? Ну давай я сделаю вот так вот. Следующим я, наверное, кого поставлю, это будет у нас огурчик. Сейчас посмотрим. Опа, видишь? Но самое интересное, что у него еще одна заклинашка, и у него могут быть челюсти. Если он применит челюсти, сейчас посмотрим, то у меня здесь будет 0-3. Ничего не стал делать. Шикарно, ребята, шикарно. Мы сейчас вытянем две карты. Так, неплохая карта. Ну, в принципе. В принципе, друзья. Ох, ё-моё. А вот это вот не очень хорошо. Но мы можем сделать, знаешь что? Мы так и сделаем. Вот таким вот образом. Давай, 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 иди сюда. Уничтожит она, не уничтожит, а карту не получит. А мы сейчас две карты еще вытянем сверху. Плюс карту заклинания еще получим. Ой, как хорошо, ребят. Ты просто полюбуйся. Ну это синхронистка, конечно, меня сейчас... выведет из себя. О! Да ты посмотри, что, а? Заколебал. Что мы можем сделать? Давай-ка я, наверное, сделаю вот так. Так, перемещается это пугало огородное, да? При всем при этом сделаем вот так вот. И, наверное, вот так. Будем смотреть. Блин, сейчас, по-моему, ребята, в блок пробьем. Уничтожай, твою налево. Ладно, фиг с тобой. Бедный мой огурчик, а. Бедный мой, ребята, огурчик. Пострадал ни за что. Как ты меня вымораживаешь, а. Так, давай мне карту нормальную, пожалуйста, а. Давай, путевую карту вытягивай. О, друзья мои, вот это уже хорошо. А вот это уже замечательно. А если я еще сделаю вот так вот? А если я сейчас еще сделаю... Так, он, наверное, сюда переместится, мне кажется. Давай-ка я на всякий случай сделаю защиту. Да что вы мне ландыши-то этих тут серебристых, блин, надавали целую кипу. И вот так вот. Все. Погнали. Ага, прокачивает. Ну, ребят, у нас защита стоит, так что... Плевать мы хотели на это все. Так, сейчас опять же. Блок. Ну, все. Все, ребят, приплыл. Приплыло это бессмертие. Как говорится, к своему финалу. А мы выиграли. Не обращайте на меня, ребята, вид у меня помятый, потому что вчера отдохнул очень неплохо в клубечнике. Сегодня до 7 вечера спал как сурок. Так, ну что? А где еще задание одно, я не могу понять. А, разыграйте два зомби на воде. Подожди, а почему всего два задания? Ну, как бы, по идее, три должно быть. Так, разыграйте два зомби на воде. Ладно. А, я знаю, что сделаю. Я соединю
первую серию, потому что вчера как раз мне позвонили перед походом в клуб, и я отыграл только лишь одно задание. А это уже как бы идет продолжение. Да, ребят, тогда мы сделаем именно таким образом. И я хотел отыгрывать бесенком вот эти вот три зомби на воде. Так что придется мне просто... А, соединить не получится, я же удалил. Я удалил ту серию. А, ладно. Тогда оставляем все как есть. Да, так и получится. Ладно, поиск соперника. Давай посмотрим, кто нам здесь выпадет сейчас. И это у нас опять очередной бабах. Ну, давай. Я попробую. Так. Давай, наверное, вот таким вот образом пока сделаем. Бочка, то, что бочка выпала, это хорошо. Это, ребят, хорошо, но... Ну, он же, как всегда, да? Он же, как всегда, ребят, свою... Мину сейчас поставит. Не мина. Ну и что будем делать? Прятать его? Давай прятать. Давай мы будем его прятать. Естественно, он рассчитывает на 2 единицы урона, чтобы мне влепить. Ну что ты там задумался-то, бабах? На худой конец у нас есть бочка. Фига ты. Вот это ты, пацан, даешь. Вот это ты, парень, даешь. Вот это ты наяриваешь. Давай-ка вот так вот сделаем. Опа-на! Клубника, друзья мои. Клубника собственной персоны. А дальше что будет? А дальше будет, ребята, у нас вот этот вот парень идти на заморозках. Я другого варианта пока не вижу. Серьезно? Не, вот это тебе не поможет. Это тебе вообще никак не поможет. Замораживаем его. Чё ты, бабушки? Погнали. Да, урон будет получать. Но мы можем с тобой сделать немножко попроще. Так, сейчас еще. А, он на орехах, ребят. Он на орехах решил сыграть. Все, я понял. Давай вот так вот сделаем. Он может и на воде поставить свой орех, кстати. Ага, вот так вот он решил. Ну, с картишками, ребята, распрощается сейчас. Блин, мы 2 единицы урона. Давай кровожадность мне. Пока не сработала кровожадность у нас. Давай сделаю вот так вот. Посмотрим, есть ли у него еще одна бомба. Но он может клубнику поставить, да? И фруктовым миксом забомбить. О, парень. Так, ну этого тоже, я так понимаю, мы же разнесем ведь его. Давай, уничтожай его. Ага. Давай так вот сделаем. Двух бесед поставим сюда. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ну и вот так вот. Если у него там остались орехи или еще что-нибудь,
будет не очень хорошо. Клубника. Неуязвимость. Так это же тебе не поможет, мужик. Так, только не говори, что ты сейчас поставишь эту фигню свою. А, как она называется-то? Бомба, горячка. У него только она осталась. Так, ну что, у нас 9, да? А, нет, 8. Ну, сейчас, ребята, будет 9 и финальный, как говорится, удар в харю. Давай, бей. Бей. Все, друзья. Лучше и быть не могло. Прокатили мы этого бабаха с тобой по полной программе. И разыграли как раз зомби на воде. То, что нужно было. Да, получаем награды. Итого у нас 110 самоцветов. Мало. Но что ж поделаешь. Так, ну что, давай какую-нибудь партийку еще сыграем. За кого, например? Давай попробуем за заразительную сальцу сыграть. 300 лет не играл за нее, поэтому... За него, точнее. Заразительная сальца — это он. Танцор. Танцор диска, блин. Попробуем хоть. Я, правда, не помню, что там за колода. У нас, по-моему, на танцорах. У него можно на танцорах, и, по-моему, если не ошибаюсь, у него неплохая колода получается на животных. По-моему, так. Кстати, секунду, ребята. Секунду. У нас же, по-моему, есть новая карта на... Сейчас посмотрим. Сейчас, так. У меня танцоры должны быть. Помнишь, которые в надгробии прячутся и потом появляются? По-моему, я получал такую карту. Или нету? Нету, друзья, я думал, что я получал. А выходит, что нет. А вот это вот нафига мне? Получается, что нету у меня этой карты. Ошибочка вышла, блин. Плохо. Очень плохо. Так, а у меня... Вот мне надо было вот этих вот, наверное... А, у меня и так их 3. Может... А, колдунов хватает. У нас кровожадности нету, да? У нас есть только вот это вот. Так. Наверное... Я не знаю, давай попробуем. Так, извините, а, я карту убрал. Ну... Может, вампирчика поставить? Или, вот, давай синхронистку возьмем. Да у меня их, блин, целый арсенал синхронисток. Может, вот этого парня? Прикинь, вот этого парня взять, вот много, да, и с бочкой. Вот это будет прикол. Бочка взрывается, эти ребята прокачиваются и начинают прописывать звездюлей. Ладно, фиг с ним. Пока так, посмотрим. Возможно, ребята, я сфейлюсь в этом поединке. Даже больше я тебе скажу. Вероятность тут 100% слиться. А если выиграем, то чисто на удачу. Так что сейчас будем смотреть, как он получится. Блин, тем более против Цитрона. С вечными его защитами. С вечными всякой... Ладно, пойдем попробуем. Будет атаковать, не будет, я не знаю. Кто там появится у нас. Да ты... Засранец ты мелкий, нафиг ты мне тут нужен? Блин, ни к силу, ни к городу. Давай так теперь. Но он уже понял, да, что у меня на танцах все будет замешано. А-а-а.
на бобовых будет выступать. Тогда дело дрянь, друзья. Если он будет сейчас выступать на бобовых, будет плохо. А видишь, что он делает? Ну, конечно же, в блок. Куда, куда мы можем еще, ребят, попасть? В случайного. Потратил. Ну, в принципе, ребят, хорошо, что он потратил. Теперь он, ему в любом случае хана, даже если он тут, ребят, что-то будет выставлять. Орех, ну пускай прокачивает. Что хочет, пускай, ребят, делает. Ему все равно крышка в любом случае. Погнали. Ага. Так, идем дальше. Идем дальше. Ну что у него может быть? Да дофига. Опа, уничтожает меня. Видел? Бобовые. Ага, надо бобовых. Ребят, ну у нас в этом случае есть кое-что, чем мы его можем порадовать. Ну зафига ты вот это вот сделал. Все, доволен. Давай сделаем вот так вот. И вот так. Дожить бы до зомбота. Что мне этот зомбот даст? Ну, и чего? А, ну неуязвимый ставишь, что? Пускай ставит неуязвимый. Поехали. Так, ну что, там остается 5 хп. Давай я поставлю, наверное. Вот так. И вот так. Пока. Ну что он там думает? Да ты достал уже со своими доборами. Мне надо будет ландшафт сейчас влепить. Я его сюда, ребят, поставить хочу. Это же... Да, проскок, как раз то, что нужно. Блин, что-то меня аж... О, закололо. Поехали. Раз, и еще удар. В плане ты не сделал еще удар. Ты же с проскоком, блин. Я не знаю, ребята. Ай, он должен был с проскоком. Проскок же здесь. Блин. Ну, видимо, ему ничего не остается сделать, как сдаться. Потому что он, видишь, задумался. Вот этого ему... Если он, конечно, сможет уничтожить меня,
дорожку. Я получу раз, два, три, три урона. На следующий ход вызываю зомбота. Я больше чем уверен, что у него есть чем уничтожить мне зомбота. Даже двух штук. Даже если мы... Воу, 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 воу. Так, ну-ка. У нас три в лицо, да, должно быть? Молния у нас есть. Ну и все получается. Вот тут ему кранты, ребят. Ну что, получается, две... Четыре. Четыре в лицо. Раз, два, три, четыре. Не получится. Он сейчас мне в блок, ребят, будет бить. Вот он блок. Даже если мы так и сделаем, чтобы... Мы еще восстановим сейчас, по-моему, две единицы здоровья себе. Вот и все. Ладно, друзья мои, будем на сегодня закругляться. Пускай будет коротенькая серия, просто мне тут уже смс-ки отправляют там, то есть 5-10, надо будет подрываться. Неожиданно, конечно, для меня. Но, тем не менее, мы, ребят, вернулись с вами на 11 ранг, заканчиваем мы на 12. Ежедневки все выполнили. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.